Мои прекрасные дамы, приветствую вас на своем канале. И давайте с вами сегодня немножко покреативничаем. Если мы возьмем платочек, и у нас будет сарафанчик, либо это может быть какой-нибудь топик. Смотрите, вот у меня платочек уже просто как бы на плечике, да, я набросила. И мы с вами сделаем, ну, очень простые вариации, без всяких каких-то таких закрунтасов, выкрунтасов. Допустим, вот смотрите, наш платочек, да, мы, вот колечко. Вот такое. Нам надо всего лишь навсего здесь присобрать и платочек пропустить с колечко. Платочек, он пропускается до отказа, и колечко, ну, никогда не спадет, потому что оно очень надежно фиксируется тканью. Самый простой вариант. Вот берем платочек, колечко и пропустим хвостики от платочка в колечко. Смотрится очень просто, но в то же время очень красиво сочетается с любым сарафанчиком. И, конечно же, мы сейчас сделаем еще несколько с вами вариантов. Вариантик. Возьмем наш платочек. Все делается настолько легко и просто. Для этого я уже подготовила резиночку свою силиконовую. Присоберем маленькую, сделаем вот такую с вами складочку. И завяжем. То, что мы завязали, сейчас аккуратненько расправим. Ну, а теперь мы с вами наденем. Так, это можно использовать вот таким образом. Ну и, конечно же, если мы сместим на бочок, это будет выглядеть немножко по-другому. Как говорится, можем варьировать. Вышли с одним вариантиком, а в течение дня перевернули и вернулись с другим. Ну, как вам такие идеи? Пишите в комментариях. Я надеюсь, вам это видео понравилось. И я, как всегда, вернусь к вам с новыми своими идеями. До новых встреч, мои прекрасные!